из переселенцев. Второе направление громадской приемной партии «Батьковщина» – это оказание помощи гражданам в начислении субсидий, оказание бесплатной помощи. Поскольку у нас это сейчас будет очень актуально, и с повышением тарифов многие должны разобраться, как заполнять субсидии. Вот мы будем этим заниматься, бесплатно оказывать эти помощи, консультации проводить. Третье направление нашей деятельности – это оказание реальной помощи по линии депутатского корпуса. Я, как депутат областного совета, тоже буду принимать граждан и пытаться решать вопросы, которые у них накопились. Офис открыт для всех. Все граждане Южного могут найти здесь помощь, найти приют, получить бесплатные консультации, в том числе юридические. И у нас есть еще одна возможность в связи с тем, что вертикаль партийная существует. У нас с этого офиса напрямую можно связаться и с депутатами Верховной Рады, и с правительством, и либо получить информацию, либо получить какую-то помощь.